Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня ночной сонный обзор на интересного героя. Думаю, интересные прокачки. И надеюсь, этот герой себя покажет с лучшей стороны. У меня такой есть на герой на китайке. Это Фрея. Вот такая вот сборка. Ожог. Почему ожог? Потому что имеет невосприимчивость к атаке. Так как у нее ограничения плюс еще невосприимчивость, должно, по идее, неплохо получаться. И оно получается на китайке. Сейчас посмотрим на основе, на максималках, что она покажет. Вот такой вот сборочке. Итак, смотрим. Фрея 12-12, мега-имбовый герой. Вы знаете, уже куча обзоров было. Я уже этого героя хвалил и буду хвалить, пока не выпустят у нас новую имбу. Используется везде, на архидемонах, разных PvP-локациях. Где только можно, вы можете просто взять, выпустить ее и просто унижать. Главное, чтобы у вас хватило прокачки, хватило денег на ее прокачку. Ну, это такое. В чем суть героя? Герой просто охрененный в плане того, что фиксированный получаемый урон в районе 18 тысяч. Вы просто бегаете, нагибаете, всех вас не могут убить. У вас куча вертолетиков, точнее голубей, на которых все будут зависать. Короче, куча разных нюансов. Дохренище урона, просто дохренище урона у этого героя. Валит полностью всех. Минуса мало жизни. Больше минусов я особо не знаю, ребят. Итак, на 12-12 наносит урон равный 310% от атаки, вызывает голубя, который усиливает ее атаку на 45%. То есть 3 голубя там и уже у вас просто герой бешено бьет. В чем суть ожога? Имеет невосприимчивость к атаке. Ронина, думаю, все видели, знают. Я делал уже кучу обзоров на ожог. Сейчас это один из топовых талантов вместе с Каменкой. Поэтому решил поставить, потестить, как она будет себя показывать. Рунами стоит психощит. Почему психощит? Например, от Ары, от любого навыка, чтобы дополнительно она не блокировалась. Сюда можно поставить утекание, тоже думаю будет интересный вариант. Но пока тестим с психощитом. Стоит в кубке, так как жизни у нее маловато. У меня в снаряге уже стоит победный выпад, а не доспех. Поставил с победным ради Фрея с грубой силой, которую вы видели. Это просто убойная Фрея, просто нереальный герой. Ну, такая вот у нас эта прокачка. Я не помню, что я там замедление слил, прокачал ожог. Да, по-моему. Или наоборот, ну, неважно. Также у нас будет ангел, который будет понижать урон и будет отхиливать. Попробуем такую сборку. Что у нас по атрибутам? По атрибутам, как видите, у нее рунами даже больше получается жизни, чем стандартные за максималку. То есть 140 тысяч даже не натягивает. А урона, как видите, 12 тысяч, это немало. Ну что, поехали. Кого-то передыбаем в рейдах. Стрелок есть. Посмотрим сейчас, что она скажет, кого она будет первым. Вот, как видите, ожог. В принципе, она не полностью проседает, это уже очень хорошо. Но все равно достает. Но тут башни бьют, тут все, что хочешь. Хреначит по ней. Ну, ворожая слила уже. Урона, честно говоря, у нее с головой хватает. Не знаю, зачем еще урона кого-то. Вот 150 тысяч обычным ударом, 486. Просто жесть. Вот мы против Фрея. Это сейчас может, ребята, быть вечный бой. Почему вечный бой? Потому что, видите, ее подхиливают, и моя будет отхиливаться. И вот так вот это может все быть очень долго-долго и нудно. В таких случаях на битве гильдии используют можно Анубиса. Сейчас он, как только он уберет юнитов, а он их по-любому уберет, выпускаете вот Минотавра, бах, и вы уже там 66 набрали.
Самое главное, чтобы сейчас он еще второй раз ударил, а не разгон. Ну, то есть такой вариант прохождения битвы гильдии. Вот еще минус, наверное, один из минусов. То, что у голубя, которых она выпускает, они видимые, и мы можем на них зависать. Причем отлично зависать, потому что там урон получаемый получается 50 раз надо ударить, насколько я помню, 50 хп по одной жизни. В это время она еще может одного выпустить. То есть в этом как бы минус ее использования на битве гильдии. Вот Бигфут 238, 260, Бигфут, до свидания. Смотрим дальше. Видите, да, я надеюсь, вы увидите ее жизнь. То есть держится она таки, довольно-таки неплохо. Конечно, тут уже и стрелок, и все остальные. Но любой герой тут просто так не выстоит. Но если сравнивать там с остальными видами, то у нее, в принципе, довольно-таки неплохой. Так, вот. Мы вытащили на себя, смотрим. Стрелка мы уже добиваем. Вот тоже плюс, как бы, стрелок, благодаря невосприимчивости тоже не быстро очень. Так, ну что, сольешь стрелка или нет? Ну давай. Стрелка мы слили. Дальше сейчас нас просто сольют. Или нет, сейчас посмотрим. Ворожай. Кого она там, ворожая сливает? Очень-очень много и по ней урона приходится, Бигфут и все. Ну, учитывая то, что на ней сейчас стоит минимальная сборка на жизнь, она все равно, как видите, там минуту выживает. Если у вас будет вместе с ней еще и там на отхил ворожай, в принципе, вы видели уже битву гильдии, как я бегаю. Можно тащить свободно. Так, смотрим. Ну вот благодаря, смотрите, благодаря ожогу нас не так быстро сливают. Нас бьет стрелок, нас бьют башни, бьет Анубис. И вы видите, да, что делается? Она нормально держит урон. Сейчас я вам ради теста просто найду базу со стрелком и поставлю там Фрейю с грубой силой. То есть, как по мне, эта сборка тоже интересная, универсальная. Она неплохо будет смотреться на кабашке, на забытой, на многих локациях. Вот она, стрелка просто поимела один раз и сейчас второй раз. Все. То есть, стрелок нам не мешает со своим разбросом, не мешает со своим станом, она боится стана. Сейчас дело за Анубиса пойдет. Как видите, у нас на отхил только кубок стоит и питомец. Так, ну тут уже начали. А, мы уже активировали чужую Фрейю. Ну, сейчас посмотрим, кто кого. Отхилиться успеет или нет. Так, успела раз. Ну, стан, видите, стан. И все равно мы дальше продолжаем дамажить Анубиса. Так, сейчас опять. Вот проблема, вертолетики эти, голуби летят вперед, и на них могут просто зависать. Ну, пока мы Фрейю еще не трогали, поэтому сейчас мы сольем Анубиса еще разок, думаю. Ну, Анубис надебафил, конечно, и у нее атаки не особо есть. Где-то тут можно зацепиться, попробовать. Думаю, она сейчас и так добьет его. Ну, конкретно она дебафил, бьет вообще фигню. Добила все-таки. Так, теперь Дрейка она дамажит. Дрейка отхилили. Ну, уже давайте досмотрим. Вот ее убили. 2,5 минуты. Теперь давайте просто ради интереса, чтобы вы увидели разницу. Я вам поставлю Фрейю с грубой силой. Вот грубая сила будет. И
Ангела. Такая вот сборка. Она тоже, в принципе, будет выживать. Но за счет того же самого ожога. Тут вот Афина есть. Вот смотрите, что сейчас будет делаться. Видите? Она просто проседает. То есть нету того эффекта, она не выпускает своих голубей, эти наносят сразу разбросом, все снимают. То есть как бы такие вот пироги, ребята. Вот опять. Она просто идет, 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 все, она просела. То есть разница вот именно в этом, что ожог реально на ней помогает. Так, побежали дальше тестировать. Такая сборка для PvP режимов, там где у вас будет ворожай, думаю, будет очень интересно. Я ее тоже использую в королевской. Ее не так убивают, по ней урон не проходит. Это тоже своего рода плюс. Вот опять разницу смотрите. Стрелок есть, но она не проседает. То есть ее там станет прочее, но она не получает столько урона, сколько она получает там с остальными талантами. В этом и весь плюс именно такой фрей, такой сборочки. Конечно, там можно самый универсальный, это все-таки будет, я всегда буду придерживаться, это бастион. Если вы хотите на урон, это грубая сила. Если вы хотите какой-то, не знаю, нестандартной сборки, вот это вот ожог. Можно попробовать ее прокачать с огненной защитой. Но огненную защиту лучше поставить рунами. Ну, тут ее сольют однозначно. Чтобы меньше урона проходило. То есть такой вариант тоже есть. Сейчас на сегодня уже не проблема психощит 5 достать. Можно спокойно с психощитом бегать. Тоже свой плюс. Кого мы там ворожая сливаем. Как видите, урона у нее в принципе хватает. Ну, просто жесть. Я же говорю, тут не надо особо много ей урона. Ей и так урона хватает. А вот подумать над каким-то дефным вариантом, то ли ожог поставить, то ли огненку поставить, что-то такое универсальное, думаю, это тоже неплохо. Чем меньше она дамага будет получать, тем больше она выживет. Она благодаря своим голубям, если она вовремя будет их использовать, может просто так напортачить в той же самой забытой. Вот смотрите, она практически всех героев посливала. Что я могу вам сказать? Вот так вот. То есть с Фрейя на Фрейю, конечно, это долго будет. Но в определенных моментах она просто такое творит. Вроде казалось, у вас сильнее пачка, вы всех посливали, осталась одна Фрейя, она по одному их всех разобрала. Либо просто не дала возможности добегать. И у вас не хватило тайма. Вот и все, вот видите, мы зависли и все, и вот это будет вечный бой. У меня отхил, у него отхил стоит, карась. Если выпустить кого-то другого, сейчас посмотрим. Сейчас будет Анубиса походу. Вот смотрите, как Анубиса разбирает. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Хоть он надебафил уже как бы их. Сейчас моя должна, по идее, разбирать. Бьет в таблетку, непонятно в куда. Вот еще багов наловили с вами. Давай, Некроса добивай. Видите, она бьет в цель, у которой мало жизни. Вот она, Некроса. 400 тысяч практически бьет. Ну зачем, зачем больше? Хватает 400 тысяч, урон держит, держит.
Наконец-то добили моего. То есть такой вот вариант, ребят. Использовать можно везде, где вы используете. Конечно, дамага тут не так, как у других, но суть данного героя не только в дамаге. Нужно открывать другие стороны. То есть она может быть танком. Она со своим уроном, даже без талантика на атаку, может спокойно выносить постепенно любого героя. То есть самое главное — дать ей выживаемость. И она просто, если там за нее спиной, за ее этими будут у вас еще какие-то герои, она просто спасет полностью всю ситуацию. В лабиринте эти Фреи просто так портят все. Они просто остаются одна или две, и они там за счет усиления выносят половину, пачку даже могут вынести. Все зависит от того, какие у вас, конечно, герои. То есть против воевать против Фреи варианты есть. Брать того же самого Ару, чтобы он ее блокировал. Стан, разброс. Это все можно делать, но опять же, это надо иметь кучу талантов, кучу разных рун, кучу всего и офигенных героев. А так, у кого есть на аккаунте этот герой, считайте, он настолько упрощает. Раньше это был ворожай, просто там необходимо. Сейчас уже это Фрея на первом месте, потому что без Фреи ты тоже уже ничего топового не добьешься. Даже самая эта последняя волна, аж она требует просто Фрею. С Фреей там настолько все облегчается, что... Вот так вот, ребят. Короче, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, делайте репостики, напишите, какого героя хотите следующего видеть. Героев дохренища новых с разными прокачками. Будем дальше делать обзорчики. Обязательно принимайте участие в акции. Вдруг, вдруг да и повезет. Все, всем пока.